Уэсли, не бойся. Где? Кит. Кит. Кидман? Она тоже здесь? Кит. Кит. Она жива? Она жива? Жива? Отойди. Я открою. Открою! Нет! Стой! Уэсли! Уэсли! Уэсли!
убить Джека. Вау, здесь все.
Thank you.
ёпки, блядь, не буду. Пиды, блядь.
руку. Нет. Получай! Наконец-то!
Боеприпасов нет. Thank you.
блядь, ползать. Нет, нихуя. Ну конечно, попал в ловушку софистов. Да.
ключ нужен, что за хрень творится? У нас нет времени. Нужно обратить процесс, только так мы сможем его остановить. Кого? Этого Рурика? Кто он такой? Извините, мне надо кое-что найти. Я не смогу помочь, если вы будете темнить, док. Ведь вам нужна помощь. Он. Мы. Мы работали над одним методом. Как бы это сказать? Это... как объединение разумов. Сознание на электрохимическом уровне делится всем. Эмоциями, воспоминаниями, ощущениями. Напрямую. Это уникальная разработка. Она изменит психологию, фармацевтику, да и сами сознания. Серьезно? Это же ебаный кошмар. Я не говорил, что система идеальна. Особенно при таком... нестабильном хозяине. Супер. Значит, ваш коллега псих. И мы все у него в голове. Не совсем так. Нет. Все мы вносим свой вклад. Но сознательно влияет только он. Что ж, если вы его знаете, что ему нужно? Ну, это просто теория, но... по-моему, он хочет нас убить. Доктор?
Сир Кастелланос? Это чьи-то воспоминания? Вы стонали во сне. Вам приснился кошмар. Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Нет, нет, не туда, нет! Пожалуйста, не пугайте остальных. У вас скверный вид. Воспоминания действительно хрупкая штука. Воспоминания легко можно исказить. Вот почему к ним нужно относиться очень бережно. У вас такой вид, словно вы увидели призрака.
Этот дом я где-то видел. Блять, видишь, какая сейчас хуйня будет. Должна быть. Я никогда здесь не был, но... Эй! Черт, да постой же! И что теперь?
что теперь? Кажутся отвратительными. Ученым приходится делать множество вещей, которые непрофессионал сочтет отвратительными. Я и сам совершал поступки, которые другие назвали бы мерзкими. Ты думаешь, я монстр? Ты слишком озабочен своим обликом, но твой разум — вот единственно значимая ценность. Это Марселло. А с ним кто? Рувик?
Отлично. Что это я запустил? Это, как ты назвал, святая святых? Собственная лаборатория? Я потрясен. Зачем ты вернулся? Я не давал тебе разрешения. Да ладно, мы же оба ученые. Жизнь ученого — это вечный поиск, стремление к новым знаниям. Ты можешь показать мне свои эксперименты? Я тоже могу продемонстрировать. Все это пыль, блядь. Похоже, это та же самая красная жидкость. Отлично. Что это я запустил?